счастье. Розово море на синем побережье. Колечко на память, колечко. Школьная пора при всякой погоде. Пути шалёда на гуще. Киевлянка Татьяна Овсиенко стала знаменитой на всю страну артисткой, когда в 1988 году на нее обратили внимание продюсеры популярнейшей группы «Мираж», в которой девушка работала костюмершей. Мне кажется, что я такой человек, и понятно, что влюбилась. Я понимала, что только одна я рядом, и я знаю, что я знаю, найду его и обязательно помогу. А можно вот я скажу, да? Да. Это вот, ну, как бы мы все давно знаем Таню, да? Угу. Более хлебосольного, более такого человека, который, ну, себя снимет не только рубашку, но самое последнее исподнее, это вот наша героиня. Совершенно не удивительно, что когда что-то случилось с близким человеком, с любимым, она могла пойти почку отдать, например. Не дошло до этого? Нет, да почек нет. Нет, почек нет. Нет. Почек нет, уже нет. Было что продать. Она начинала продавать. Да, но я на самом деле, это была большая глупость, потому что разума не было вообще, просто накрыло. Только эмоции, потому что, ну где я и тюрьма, и как это все делается, я не знала, поэтому делала очень много ошибок. Ух, тяжела эта печаль, лучше бы я не любила. Я бы тогда тебя не ждала. На милый причал не ходила. И... Колечко на память, колечко. Теперь не свободна сердечко. Скажи ты мне, речка, скажи мне, Эвина, за что я его полюбила. Ай, браво! А кто-то был даже свидетельницей на свадьбе. На нашей свадьбе, да. Это лет. Ужас был. Это была история очень смешная. Ты помнишь этот день? Я помню, конечно. Я помню, особенно я помню после свадьбы, что было, как бы не с Таней, а что было со мной. Поскольку мы там хорошо выпили, и как-то, ну, поскольку я такая была вся торжественная, рядом стояла в черном парике, все говорят, что это так, ну, в черном парике. Что-то я хотела какой-то перформанс, я не знаю, что-то мне в башке такое там заклинило. И после, значит, когда меня таки усадили, так в машину, я все там веселилась, все какие-то тосты пыталась, а потом села в машину, значит, мой, значит, Александр Борисович здесь за рулем, значит, я рядом, и я помню, что я так посмотрела на него, и так, а будешь ты жить? Он говорит, а что такое? Лен, ты выпила? Я говорю, я не выпила, сейчас тебе все скажу. Вот Танька тут вышла замуж, а я так и буду. Как ты? Он говорит, да угомонись. Я говорю, я не угомонлюсь. И, короче, это было что-то страшное, ужасное, я таки вцепилась в него, а клещ. Ну, в общем, потом и моя свадьба состоялась.